борется с гигантом. Всем доброе утро. Потихоньку, потихоньку. Ай да красавчик, ай да красавчик. Ну, со второй Даниэр, группе привет передавай. Всем привет. Всем не хвоста, не чешуи. Ну как место? Хорошее. Опа. Зачет. Супер, ребята. Да. Даниэр Таш, ну это уже двушка зачетная. Не торопись, ты немножко... Не, нормально, отходи назад потихоньку, волоком, да-да-да, потихоньку. Какая она хорошая, ребята. Двушка зачетная, брат. Двушка, двушка, двушка. Но ты меня сегодня обул. Двушка, брат. Двуха. Это двушка. Взвешаем? Если, давай. Конечно. Сейчас. Сейчас, подожди. Да? Да ничего, ничего, ничего. Стоять. Стоять. Она уже будет. Да? Кило 500. Ваше ощущение? Супер. Супер. Поздравляю. Сегодня все. Полторушник у нас на максимум. Очередная поклевка. Супер, супер. О, хорошая. Да. Ай да молодец. Ну все, ты ее дождался? Стрекой довольный. Куда ты уходишь? Довольный. Ну-ка, покажись-ка нам крокодила своего. О, зачет, хорошая, отлично. Зач, салам алейкум, как у тебя дела? У меня хорошо, у меня 4. Вертушка, да, этот, радуга. Ребята, снимаем сеть браконьеров, сволочи. Столько приманок оставили на ней, своих спиннингованных. Сетку одну вот убрали. Ребята наши плывут, нарыбачились от души, для пота красиво. Вот наш улов, какие красавцы стоят. Совместная рыбалка была. Даниэр, я и Виктор. Вот на отвесной карагандинке. Вот столько еще поймали. Ну, в Караганду же смотали. Сейчас назад домой поедем. Всем привет, рыбаки и рыбачки. Вот, часа два. Наш улов. Утрянка. Супер. Группе пожелаем что-нибудь? Давайте всем улова, не хвоста, не чешуи. Улова, да. Также отрыбачиться. Да, выезжайте почаще вместе. Выезжайте почаще, да, группой. Вот так вот. Давайте собираемся и делаем соревнования. Да, да, да. Всем доброе утро. Выехали группой на рыбалку. Роман, Даниэр, берег. Виктор, все под ноги возьми, наверное, вот этот пакет. Что скажем зрителям? Всем салам алейкум. Какое число? Сегодня 30-е. 30-е, 3 часа, 4, да? 4 часа. Все, держим путь на Павлодарскую трассу, а там посмотрим, куда заедем. Машины просто выбираемся. Лод парни очень сильные. Тащи. Вот то, что
выехали на рыбалку на Ишиме. Такая вот погода. Вообще туман. Кувшинки. Благодать. И Данияр ловит. Пытается ключик найти.